Всем привет, мы сейчас продолжим открывать паки проекта Бумного дня, но уже с другого аккаунта. Надеюсь, здесь нам повезет немножечко больше, чем в прошлом открытии. Так, здесь у нас мальца будет поменьше паков, но все равно, я думаю, нам хватит. Так, 69 паков. На 8 поменьше. Хорошо, начнем. Так. Пока начало такое же, как и в тот раз. А, нет, смотри, здесь прям эпик побыстрее заехал. Хорошо. Так, я буду, наверное, пока побыстрее открывать. Если что, мы потом остановимся. Здесь, кстати, аж 3 редкие карты были в одном паке. Да, здесь с редкими получше идет. Так, а легендарочек, наверное, также у нас не будет ни хрена, да? А, не, смотрю. Вот. А, Зилиакс. Магнетизм, божественный щит, провокация, похищение жизни, натиск. Столько всего за 5 мана, ну фиг его знает. Здесь, кстати, с Лего, по-моему, был побыстрее, да? Да. Что-то пока опять не идет. Здесь вроде с эпиками не так хорошо. А, нету. Вот. Главное, в тот раз сказал легендарку, что-то нету, выпало Лего. Сейчас сказал про эпик. Может быть, кстати, придет еще Лего на Хантана, в принципе, вроде неплохая. Ну, смотрится интересно. Сделать колоду на бомбочках. Почему бы нет? Опять нам Валли пришел. Интересно, из них кто-то еще похож на кого-нибудь? Это, кстати, этот Яростин, да? Они же в каждом дополнении их пихают. Там уже каких только нету. А, золотая, смотри. Это первая золотая, да, по-моему? Я чуть не помню, чтобы золотые падали. Редко, ничего интересного, короче. Эпик. Ага. Опять ярости, не опять мистер Валли пришел. Капец, у него, по-моему, щит больше, чем он сам. Целая штука прикольная, так выглядит, как-то непонятно как. Какая-то колба там. Вот это, кстати, красивый чувачок. О, кстати, он с анимацией. Блин, было бы прикольно, если бы его пасть закрывалась. Вообще было бы классно. Опять он пришел. Две этих. Ну, что-то тут тоже как-то не совсем хорошо идет. Я не знаю, что происходит. Я надеюсь, что у них реально с серваками какая-то фигня. Вот. Они потом всем, как в прошлый раз, когда это было, я уж не помню, подкинуть еще несколько бесплатных паков. И будет прикольно. Здесь хотя бы еще есть шанс, здесь 45 паков еще. Но с эпиками здесь как-то не очень. О, целый набор. То, что этот приходил. Они, по-моему, чаще всего падают. Вот эти штуки за ноль. Вот этот мальчик железный. Ага. Мальчик железный с большой рукой. И бомбочки. По-моему, чаще всего они падают.
Прэксклокер пришел хорошо. Ну где мои леки? Ну, хоть одна. Не, реально, это открытие, даже вот со второго аккаунта, это, я не знаю, это просто ужаснейшее. Я не знаю, что происходит. Просто нет слов. Что это вообще такое? Какие-то белки. Скрытая псевдобелка. Это типа чужой среди своих, свой среди чужих, что-то такое. Спрятался. Вот это уже достала девка в аквариуме. Тоже часто приходит. Так, эпик. А, это бомба, которая... Это которая бомбу запихивает в колоду противника и наносит 5 урона. Лего такая старенькая была, которая 10 пихала. О, вот это, кстати, прикольный чувачок. Ой, вот это жахнуло. Новый элемент мира. Ну, хрен знает, это не та лего, которую бы хотелось, но... Чуть не знаю, я бы не хотел. Но она какая-то, не знаю, неинтересна. Может быть, кстати, сюда придет. Опа, еще лего заехала. Вот, вот это, кстати, хорошо. А, пришел... Шаманская лего пришла, которая очень неплоха. Вот это я хотел. Еще бы на этот аккаунт прилетела бы карта героя вот этого воина. Кстати, второй уже золотой. И что там еще было? Что-то. А, ухлюпистый хлюп. Прикольный. Олега на ханта. Что-то еще там было, не помню. Вот этот мехактун тоже как бесполезно, я бы не хотел. Даже если чисто там его как-то можно будет прокрутить, фандеку сделать, не знаю. Что-то странный фан. Тупо все выкидываете ради потом одной маленькой камбы. Что-то какой-то дебильный фан. Блин, какая-то еще лего, какой-то еще хотел. Но здесь уже неплохо, здесь 3 выпало. Еще 23 пака, я думаю, есть еще шанс на одну. 5 ярости. Опа. Вот это неплохой пак. Очень неплохой. Просто жирный. Ну, я думаю, здесь и пыль должно быть побольше. Хотя, с другой стороны, смотри, здесь выпало вроде бы как 3 лиги, да? Уже на одну больше, чем на основном. Но здесь что-то по эпикам не очень. Ну, по золотым примерно может быть одинаково. Тут вообще какой-то наркоман, по-моему. Блин, знакома вот эта фигня? А, это может этот мультик этот, как он назывался? Про робота большого. Стальной гигант или что-то такое. По-моему, похож. Или я, может, путаю. Ну, и эпичек еще заехал, хорошо. Кенгурята опять поехали. Прикольно. А, кстати, их 2. Ну, они сейчас в одном паке 2, еще до этого мне их 100 штук падало. Что-то слишком много вот этих бомбочек, по-моему, на других картах. Прям дофига. Целый, я не знаю, этот... Целое обновление с именно вот этими бомбочками. Во, вот это, кстати, хорошие. По-моему. Я чуть помню, что она хорошая по арту. А что делать, не помню. Опять этот укуренный чувак.
Это вообще что такое? Какие-то здесь странные вот эти механизмы, роботы. Чё это вообще? Какой-то паровоз непонятный. Странное дополнение, конечно. Ну, где моя Лего? Давай еще одну. Еще одну дайте мне. Опять эта белка, опять вот этот чувак. Эпикс. А, ну это хрень. Дайте мне хотя бы 10 эпиков хороших. Разве так много прошу? Чё это репликатор? Ну этот еще хотя бы более-менее нормально выглядит, не какой-то наркоман. Золотая редкая. Ну вот это тоже еще более-менее. Вот это вообще что это с ним? Ну, Лего, Лего мне пострелили. Опять этот упырь пришел. Два пака осталось. Не, видимо, наверное, не будет. Видимо, не будет еще Леги. Ну, хоть эпик, может, реально завезет. Или хотя бы три редких, там, плюс одна какая-нибудь золотая. Нет, чудо не случилось. Опять эта девка в аквариуме. Так, пойдем посмотрим, что у нас тут по пыли. В тот раз 1400 было, да? А здесь сейчас даже по пыли меньше вышло. Что-то реально открытия какие-то хреновые получились. Очень мало всего. Ладно, спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Всем до встречи. Всем пока.